Салам алейкум, бандиты, с вами как всегда Левкин. Неужели у разработчиков появился вкус и они выкатили нам что-то годное? Сегодня записываем с телефона, поэтому я немножко вот такой ужатый. Переходники на iPad так и не пришли, но я думаю, это не испортит впечатление тебе от просмотра. Поэтому пальчик вверх, собственно, подписочка на канал и погнали открывать новый кейс. Я проснулся, мне никто ничего не сказал, поэтому... Вот только буквально сейчас увидел то, что в игру что-то нам добавили. Давай посмотрим, что у нас здесь. Так, погоди, прежде чем мы продолжим, конечно же, у нас ведь есть топ популярности, да? Посмотрим, кто недавно закидывал UC-шки. Black Ninja получает от нас бесплатную курочку. Конечно же, ему тоже спасибо большое за курочку. Вообще, ребята, от души всем, кто отправляет, да. Популярность – это бесплатный такой способ поднять себе UC-шек. Все, что нужно сделать, это подписаться на канал, поставить лайк этому ролику и, конечно же, отправить мне бесплатную курочку в игре. Что ж, сегодня у нас побеждает Black Ninja, с чем мы его и поздравляем. Отправляем 300 UC на аккаунт. Ну, а мы отправляемся открывать... новый ящик. Забыл сказать. Приятного аппетита и приятного просмотра. Погнали. Блин, как же меня бесит этот звук с берила. Вот никогда бы об этом не подумал. То, что у него будет такой жирный минус. Он постоянно что-то там пытается пищать. Давай посмотрим на заставочку. Воу-воу-воу, полегче! Не, ну нельзя же настолько пафосно. Как будто Терминатора смотришь, знаешь. Крылья в игре будут или нет? О, аниме подъехало. Ты кто? Ты кто? Так, лады, ничего толком не понятно, но у нас здесь есть масочка, есть костюм, собственно, новая М-ка. А, это эмоция, я понял. Крылышки — это эмоция. Парашют, кстати, вроде бы ничего такой. Ну и рюкзак, рюкзак есть рюкзак. Я даже не знаю, окей. Так, я думаю, что в лаборатории этого нет, этой М-ки новой. Возможно, на нее добавили какой-то эффект попадания или что-то еще. Вещи, кстати, там какой-то интересной редкости. Желтый. Я такой еще не видел. Да, посмотри, маска желтая и костюм. Да, остальное у нас мифики. Забыл еще упомянуть. Да, недавно артистка нам отправила прикольную фоточку, нарисовала арт. За что ей, конечно же, огромное спасибо взяла у меня из истории в инсте. Что ж, за это мы тоже отправляем ей машиночку. Так, все, хватит разглагольствовать, погнали. Погнали посмотрим, есть немножко UC и на 200, кстати, мы получаем, на 200 прокрутов мы получаем вертолет, мать его. Зачем? Окей, ладно, пусть будет. Давай посмотрим, как сыпет. Временные? Вы чё? Вы чё? Какие временные? Совсем что ли уже? Я за UC получаю временные шмотки? Нормальные, нет? Но пока какая-то шляпа нам падает, да? Типа брелок. Что там еще упало? Еще какая-то дичь. Времянка. Не хочу времянку. Давайте мне постоянное. Вы что? Блин. Смачок второй, да? Дополнительный. Будет два смока теперь. Окей. Кстати, в обнове же добавили вибрацию, да? Отдачу. Забавно. Но вибрация, наверное, девочкам понравится. Можно использовать М249. Если вы понимаете, о чем я. Да, там как бы зажимчик подольше. Ладно.
Что-то я опять несу какую-то дичь. Давай открывать, смотреть. Я надеюсь, что нам упадет хоть что-то. А, упало это... Купон этот на обмен. Но я думаю, самое интересное, это, конечно же, костюм. Вряд ли нам дропнется М-ка. Они, может быть, здесь реально временные? А нет, подожди. Есть и невременные. А, окей. Не, ну было бы неплохо, знаешь, выбить М-ку. И забрать тогда, в таком случае, костюм и маску. Ну, что-то как-то... Что-то как-то, я не знаю. Так, еще одна. Еще один купончик. Лады. И ничего. О чем еще можно мечтать? Так, остается у нас 12 тысяч UC из 18 или 19. Давай еще чуток откроем. Ну, дело в том, что я не знаю, насколько часто тут выпадают постоянные предметы. Ну, так-то, конечно, очевидно, что... Что не часто. Времянка, купоны. Зашибись. О чем еще можно мечтать? А, мы еще, кстати, лакичи с тобой заполняем, да, и за это, собственно, и получаем те самые купончики на обмен. А, не знаю, в чем прикол, если честно, потому что... В чем прикол этой М-ки? Окей. Так, у нас остается 10 тысяч. А, прокрутов 170. Надо еще 3, значит. Да, чтобы забрать вертолет. А, ну, ни одного постоянного предмета отсюда не дропнулось. Хотят, чтобы мы все с тобой забирали на обмен. Окей, спасибо. Но мне это не очень интересно. Блин. Ты посмотри, ну 8000 UC мы с тобой потратили. О, парашют наконец-таки дропнулся. Да? Хотя бы что-то. Так. Рамочка. Дальше у нас. Купончик. Еще один. И, собственно, вертолет. Нахрена мне вертолет? Вообще не понимаю. Так, есть 6, да? 6 купонов. Собственно, костюм стоит 6. М-ка стоит 4. Мне интересно, знаешь что? Есть ли какой-то смысл в этой М-ке? Может быть, в ней есть эффект попадания? Надо зайти проверить. Так, ну что, поехали. Нам нужно еще 3 купона. Я проверил. Нет никакого эффекта попадания. Ну, то есть, смысла в этой штуке вообще я не вижу. А это значит, что нам просто нужно забрать маску. Естественно, маску мы можем забрать только за купоны, скорее всего, потому что ни костюм, ни маска сама нам не дропнется, скорее всего. Ну, как мне кажется. Да? Так, есть один купончик, лады. Ну, это, конечно же, на лакичах. О! Еще плюс один. Найс. Серьезно? Упал костюм? Окей. Окей. Договорились. И... Блин. 4 плюс 3, 7. А у нас есть 9 материалов. Ну и что делать? Короче, нужен еще один материальчик, чтобы забрать фул рулетку. Вот упал бы он нам. И была бы, конечно, красота. Но по ИСИшкам остается 4600. Не знаю, упадет или нет. Но очень бы хотелось, конечно, увидеть. Лады. Блин, да отдайте мне уже этот купон, пожалуйста. Что же вы жопошники-то такие? Найс, от души.
Так, ну и, собственно, это все, да? Забираем рулеточку. Окей. А, я просто хочу как бы и костюмчик. Ну, ЯМ-ка мифик пусть будет, ничего страшного. Эмоцию, конечно же, хочется заценить. Ну и рюкзак тоже тогда уже забираем. Лады. Не, ну выглядит он, конечно, интересно. Так, новый парашют. Ну, парашют, конечно, интересный, ты посмотри. В этот раз реально можно посмотреть. Ничего не залагало, слава богу. Так. Новый смачок у нас. Хаешек никаких нет. Ты посмотри, кстати, почему я тогда, в 19 сезоне, не обратил на это внимание? На хаешке написан жук. Типа борьба с насекомыми, понял? С помощью хаешек. Вот это, конечно... Долго я думал. Ладно, бывает. Так, и, конечно же, новая эмоция, да? Ну, окей. Эмоция и эмоция. Тут как бы... Никаких эмоций она у меня не вызывает. А, что еще хотел? Мне прям зашел костюм. Я в прошлом видосе не обратил на это внимания. Но вот здесь есть красный. Блин, и я его хочу. Или ее. Не знаю. Неважно. Блин, 810 дорого. Еще десяточку? Ну давай еще десяточку, лады. И ничего отсюда не падает. Серебро, спасибо большое, игра. Короче, закинул еще. Но я не знаю, будем ли мы на фул открывать. А чё? Я вообще тот ящик открываю? Почему отсюда ничего не падает? Эй! Нет, да? Мачете? Да нахрена мне ваши мачете? Не хочу я мачете. Алло? Игра? Боже, 11 тысяч остается. Нельзя же так? Нельзя так с людьми? Куда я трачу 18 тысяч? На что? На мачете? Вы рофлите, что ли? Алло? Остается 4? Боже, УАЗик. Уйди. Нет. Как так-то? Ну вот как так-то? За 18 тысяч? УАЗик? Серьезно? И мачете? Да идите в задницу. Боже. Вот это дичь. Вот это дичь. Ты, конечно, можешь сказать, что я кукухой поехал. Да. И... Наверняка окажешься прав, потому что я закинул еще 18 тысяч. Я надеюсь. Я хочу выбить этот костюм. Да не этот. Да боже. Не надо. Наконец-то. Блин, просто знаешь, как бы я жалел потом о том, что не выбил этот костюм. Кстати, в русской версии это Асака, а здесь почему-то Асука. Ну, так-то, конечно, понятно почему. Но, в общем, у меня теперь есть Асука, и я рад. И вообще, фул набор отсюда. Да, этого типа мы выбили в прошлой катке, да он нам и не нужен, в принципе. Блин, как же я счастлив, наконец-то. Просто очень худенькая моделька, ну плюс это ж... Сейчас, тут надо сковородку убрать, чтобы меня понять. Ну как бы, ну блин. Oh my.
Неужели? Неужели это случилось? Я, конечно же, тебя и себя поздравляю с этим приобретением. Неплохой костюм. Вот тот, что мы выбили, да? Да и плюсом отсюда у нас как бы фулл-пак собрался. Но, как по мне, довольно-таки неплохо. Я надеюсь, что этот ролик заслуживает твоего лайка, поэтому не забывай обязательно про него. Пиши в комментариях, что думаешь по этому поводу, вообще, что думаешь по поводу открытий кейсов, потому что последнее время стало очень дорого. Ну, ты прикинь, ящик по 810 UC, ну, куда катится игра? Типа, раньше ладно предметы не выпадали, так теперь они стали дороже и также не выпадают. Понимаешь? Просто дичь, просто жесть. Мне это абсолютно не нравится. Кстати, бафнули дробовики в обнове, да? Что меня, конечно, не может не радовать. Но я пока что жду переходничок, чтобы нам с тобой можно было нормально играть на iPad. А на телефоне я не хочу менять сенсу, там управление очень муторно. И как только я к нему привыкну, придет переходник, придется опять обратно привыкать к iPad. В общем, пока что до конца недели, скорее всего, без каточек. Возможно, запишем еще какие-то кейсы с тобой, вдруг что-то выйдет годное. Короче, на этом на сегодня все. Я с тобой прощаюсь. Надеюсь, что ролик тебе понравился. Встретимся на просторах PUBG. Всем удачи и пока. Пойду бицуху покачаю лучше.